Уважаемые зрители, сегодня у нас для вас очень печальные новости. С прискорбием вам сообщаем, что за последние несколько дней из жизни ушли сразу 5 известных советских и российских актрис. Так, в Москве в возрасте 85 лет скончалась известная советская и российская актриса театра и кино Елена Корнилова. С 1964 года Елена Корнилова была актрисой театра на Таганке, среди ее работ «Лиза Бричкина», «В Азарии здесь тихие», «Анисия в деревянной иконе», «Настасья в преступлении и наказании», «Марианна в Тартюфе», снималась в кино. Сыграла в лентах «Первое испытание», «Годы девичьи», «Странная женщина», «Срочно в номер», «Закон и порядок», «Пятницкий», «Тихая охота» и другие. В эти же дни на 71-м году ушла из жизни советская и российская эстрадная певица Людмила Барыкина, исполнительница хитов «В последний раз» и «Папа», «Подари мне куклу». Была четвертой и последней солисткой женщины вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». После выступала в ресторанах, завершив карьеру певицы с распадом СССР в начале 1990-х годов. Еще одной печальной новостью стала кончина советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки России Татьяны Владимировны. Актриса сыграла в нескольких сезонах Склифосовского, исполнила главную роль в драме Валерии Сурковой «Язычники», исполнила одну из ключевых ролей – мать Галины и Милы в последнем фильме Веры Глаголевой «Не чужие». Но и это еще не все. На 94-м году ушла из жизни советская и грузинская оперная певица, педагог, народная артистка СССР Медея Амиранашвили. Окончила Тбилисскую консерваторию. С 1954 года солистка Тбилисского театра оперы и балета. Выступала в концертах и как камерная певица. А буквально несколько минут назад стало известно, что на 73-м году скончалась советская и украинская артистка балета, педагог, народная артистка СССР Татьяна Таякина. Татьяна Таякина окончила Киевское государственное хореографическое училище. С 1969 года по 1989 год танцевала в балетной труппе Киевского театра оперы и балета имени Шевченко. Среди ее партий – Адетта Адилия в «Лебедином озере» Чайковского, принцесса Аврора в «Спящей красавице» Чайковского, Китри в «Дон Кихоте» Минкуса, Джульетта в «Ромео и Джульетта» Прокофьева.